Люберецкие полицейские и представители общественного совета при межмуниципальном управлении МВД почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Они собрались у памятника сотрудникам тамилинской милиции Александра Галдина и Николая Трошина, которые ценой собственной жизни задержали боевика, готовившего серию терактов в Москве и Московской области. Трагедия произошла в апреле 1997 года. Участники митинга возложили цветы к постаменту и почтили память коллег минутой молчания.